он не обижался, это самое, дождется своей погоды и пусть летает, опыт набирается. Покажет, кто это. Дима, я тебе серьезно говорю, без задней мысли. Ну, Юрий ученик, там, не знакомый, ну, там с клиентом поиграл, подошел и спросил. Значит, Юрий им руководит подал, значит, Юра отвечает. Если Юра говорит, можно, ну, пусть Юра руководит. Нет, для упора и стоим. Даже когда взлетели, бежим в воздух, или команда пилотов попадет. Самое главное не уронить. Дим, готов? Да, поехали. Ангелина, пока стоим, смотрим вперед. Все. Хорошо? Вперед. Сейчас кровь и крови нет, мы должны стоять на месте. И только по моей команде начинаем двигаться. Хорошо? Да, да, да. Стоим, 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 стоим. Бежи, бежи! Пищит.
Классно. Нравится? Нравится. Классно, классно. Хоть по водике в разные стороны. Thank you.
Ну что, народ веселить будем? Не... Как в смысле? Нет? Ну так. В смысле? Просто. А что делать? Как что делать? Что парашютом делать? Прыгать? Нет. Нет, вы что? Вы не подпитывались на это? Я на это не решала. Как? Вы же доверили. Дому дядьке. Нет, ну я ж не с парашютом. Подождите, я вас спрошу. А вы до конца читали договор? Нет. А там мелким шрифтом было написано. Ничего не было. Полет с отпиской. Мама. Да? Ничего не видела. Свободный провод. А Юра что, не полетел? Ой, врач ты? Да, Харитонов. Камеру вниз опустите. Видно? Это что, у вас вот так, да? Не, можно сейчас свободно бежать. Thank you.
Назад откиньте, как делим. Не употребляете? Что-то вас качает немножечко. Расскажите на камеру, пожалуйста. Расскажите, что вы об этом думаете? Это круто? Это бомба. Бомба, что? А мама роди меня обратно, это что такое? Уже все не надо. Уже не надо? Уже все хорошо, да? Уже все хорошо.